Будем готовить потасу свежемороженую. Пожарим сковородки и потушим рис с луком, с морковкой. Простая еда. Итак, это ингредиент у нас для риса. Вначале потушим лук с морковкой, чеснок. Вот эту головку чеснока добавим в рыбу, маленькую в рис. И начинаем чистить. Я для чистки использую вот такую вот коробку. Она удобна. Морковку чищу вот таким вот приспособлением. Удобно, быстро. Если чистить морковку ножом, то это все разлетается, брызги. Нехорошо.
Итак, рис, мелкий рис, вот немножко. Мелкий рис. Сейчас помоем хорошенько и начнем готовить. Итак, начинаем. Масло. Ойл. Ждем, пока она разогреется, потом засыпем лук, морковку и чеснок. Все это дело жарим и потом засыпаем рис в эту сковородку, и рис будет потихоньку тушиться. Итак, масло нагрелось. Сковородка нагрелась. Ну, начинаем. Берем ложку. Засыпаем лук. Онян. Сковородка еще не очень хорошо разогрелась, пока засыпем соль. Сейчас соль сделаем. Украина. Так. Еще немножко. Red pepper. Красный перец. Приправа грузинская.
И добавим чеснок. Все это перемешиваем. Теперь сверху высыпаем морковку. Лук немножко поджарился. И теперь морковка вместе с луком пусть тушится. Так. Когда лук с морковкой протушится хорошо, добавим рис. Нальем воды и будем ждать, пока все это дело приготовится. И после того, как приготовится рис, накроем его. Пока он будет настаиваться, мы приготовим рыбу. Накрываем и ждем. Итак, пока лук с морковкой тушится, сейчас эту рыбку немножко нафаршируем чесноком. Дело в том, что чеснок сыпать в сковородку не есть хорошо, потому что он быстро сгорит. И потом эту рыбу есть будет невозможно. Поэтому чеснок непосредственно поместим в рыбу. Итак, распределим ее. Ну, что будем делать? Берем нож. Ну и вот так вот. Ну и чесночок вот. Вот так вот его помещаем. Вот так вот. Понемножку.
Итак, горячо-горячо продолжаем. Хороший запах от специй, от чеснока, ну и лук с морковкой тоже запах дает хороший. Получше тут все помешаем. В одном из следующих видео посмотрим, попробуем очистить эту сковородку. На эту сковородку еще бабушка готовила. Итак, зальем немножко воды кипяченой. Так. И теперь засыпаем рис. Все, конечно, не влезет, половинка войдет, но еще на следующий раз. Итак, рис готов, настаивается. Сейчас будем рыбу жарить. Итак. Соль. Нет, перец красный. Немножко red pepper. Приправа. Друзья.
принципе. Все это дело перемешиваем. Так, и теперь рыбка пошла. Не забываем, что здесь внутри в рыбке чеснок, рыбка нафарширована чесночком. Сейчас мы уложим все это дело. И еще одну. Вот так. Отлично. Сок. Сейчас немножко рыбку уложим. Это. Нужно пошевелить ее, а то она сейчас пристанет ко мне. Сковородка уже пристала. Вот. Все. И сейчас добавим лимон, сок лимона. Прекрасно. Все, теперь ждем. Немножко добавил воды, чтобы был бульон. Приподнял слегка рыбку. Все, теперь пусть тушится минут 10 и выключаем. Потом будем дегустировать. Ну вот, что получилось.